Сегодня 31 декабря, и буквально через несколько часов наступит Новый год. Новый 2022 год. Мне очень хочется пожелать вам, друзья, чтобы все, кого не хватает денег, в следующем году разбогатели. Чтобы все, кто сейчас болеет, в следующем году обязательно выздоровели. Чтобы все мы с вами не теряли родных и близких. Все были здоровы и счастливы. Чтобы прекратилась война. Чтобы наступил мир. Чтобы наши дети не боялись и не прятались по подвалам. А были счастливы и думали только о хорошем. Очень хочется всем-всем пожелать здоровья, любви, удачи, богатства. Всего того, чего вы сами себе желаете. От всей души, от всего сердца я этого хочу. Друзья, с наступающим 2022 годом. И сегодня на канале Журавлёв Лайв, буквально через несколько часов, в 20:00 по Киеву, я буду Дедом Морозом. Я буду поздравлять свою семью, своих родных и близких. И вас, конечно, поздравлю. Заходите, я буду рад. Стрим будет.